белоснежном лесу. Сакура.
заряженные. Это последняя на месяце, да? Сказали, что школа хочет сделать вам сюрприз.
Значит, в чем сюрприз? Я сидела вот на сцене, вела встречу, и вот в конце меня предупредили, сейчас выйдет группа, только, значит, не волнуйтесь, все, как говорится, будет неожиданно. Значит, выходит группа педагогов и учеников из школы Игумнова, и начинает звучать музыка. И я вдруг узнаю, что это моя музыка из моей русской школы. Значит, что было сделано? Была сделана целая большая композиция, которая продолжалась 30 или 35 минут, где звучали разные инструменты, значит, и солисты, и добра, и аккордеон, и ударные инструменты, и рояль, и ансамбли. Вы знаете, я просто была потрясена. У нас, слава богу, на видео записано это. Но вы знаете, я не ожидала, что вот можно услышать, как говорится, ушами, совершенно отталкиваясь от текста, вот, изложенного в русской школе, вот такую сделать колоссальную композицию. Я чрезвычайно благодарна Светлане Ивановне, она вот здесь присутствует. Светлана Ивановна, пожалуйста. Вот. Это была ее инициатива, и многие педагоги последовали потом, и они стали копаться в школе, они стали вдруг с вниманием относиться, а что сделано, а интересно. Вы понимаете, и я скажу, что нотный текст – это только приблизительная запись, которую делает композитор, как говорится, в нотах. Потому что каждый нотный текст, чем тщательнее ты изучаешь, чем тщательнее ты подходишь к материалу, с интересом больше ты больше проникаешь в него, то абсолютно правильно Ольга Владимировна сказала, что тем больше и интереснее становится, потому что все-таки это классическая традиция. Я еще раз подчеркиваю, я, слава Богу, воспитана на классике, я, как говорится, горжусь тем, что я вот таких учителей занималась, и я продолжаю эту классическую традицию как могу, и в пианизме, и, как говорится, в композиции. И вот я хочу в заключение вам сыграть, у меня цикл, который я вам исполню, это цикл называется «Русь колокольная», который венчает всю русскую школу. Значит, в русской школе, вот как я сказала, вот эта первая часть, которая адресована совсем малышам, а далее вот ансамблевый, как говорится, большой вот этот цикл, который вы сейчас слышали, и заканчивается вот этим маленькой сюитой, пять пьес, которые называются, они исполняются без перерыва, «Русь колокольная».